И не посмотреть еще вот на это. Вот на такое явление интересное. Посмотрите, какие полоски. Как будто кто-то пролетел и начертил. Нет, никто там не летал, никто там ничего не чертил. Это просто природные такие облачные слои. Но точные, как нотные грамоты. Вот только нот на них и не хватает. В целом же вся эта строчка выглядит вот так. Посмотрите. Сейчас поточнее покажу. Вот так. Может быть, кто-нибудь ее и прочитает. Кто умеет читать. Что нам сыграли облака? Видны ли там какие-то ноты? Может быть, там действительно написана какая-то музыка неба?